Чудеса эквилибристики продемонстрировала жителям Владивостока квартирная воровка. Застигнутая врасплох хозяевами, женщина не растерялась и вышла в окно. В лучших традициях Человека-паука она начала карабкаться по лесам дома, фасад которого находится на ремонте. Правда, силы ловкости хватило ненадолго. Уже на 7-м этаже ее поймали сотрудники службы. Как выяснилось, у задержанной были довольно весомые причины так рисковать своей жизнью. По словам рецидивистки, именно сегодня в суде должна была решиться ее судьба. Избежать встречи со служителями Фемиды теперь даме явно не удастся. Правда, теперь в ее послужном списке появится еще одна уголовная статья.